Всем привет! С вами Ольга Сергеева и Кинотрафик. Сегодня у нас уникальный выпуск. Мы начинаем новый раздел. Наши юные киноблогеры будут рассказывать о лучших фильмах, которые так понравились им и которые они хотят посоветовать всем детям и взрослым. Итак, слово Никите. Всем привет, я Никита. И я знаю, что вы любите смотреть всякую ерунду, и поэтому я решил вам рассказать о годном кино. В далеком 90-м году режиссер Тим Бёртон снял фильм «Эдвард Руки-ножницы». Про что фильм, спросите вы? Постараюсь без спойлеров. Старый и одинокий ученый создал человеческое существо, но не доделал его и умер. У молодого человека не хватает рук, вместо них у него ножницы, и он вынужден жить в заброшенном доме в полном одиночестве. Но вот однажды все меняется. В роли грустного существа с крутой прической панка снялся молодой Джонни Депп. Да-да, это известный вам Джек Воробей. Актер похудел для этой роли аж на 12 килограмм. В фильме у него мало слов, но сыграл он супер классно. Фильм мне очень понравился, но не рекомендую смотреть его слабонервно. А на сегодня у меня все. Смотрите наши новые выпуски, ставьте лайки, всем пока. Смотрите хорошее кино и становитесь лучше! С вами была Ольга Сергеева и Кинотрафик. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. А главное, смотрите хорошее кино и становитесь лучше!